Получила я 4 посылки. Будет распаковка. Начинаем распаковку. Я уже не удержалась. Одну посылочку распаковала. И здесь все остальные. Ну, давайте покажу, что я распаковала. Потому что я случайно нажала, что неделю назад, что я эту посылку получила. Я немножечко переживала, что в случае чего я не смогу, если мне не пришлют или брак, ну, обратно вернуть. Вот. Давайте посмотрим. Я заказала. Там-там-там-там. Смотрите. Наволочки для подушек. Смотрите, это с сыночком, а это с дочкой. Супер мама. Girl, мама девочки. А здесь нет. Наверное, здесь бой с мальчиком. Наволочки, смотрите, вот с таким отверстием для подушки. На молнии. А, нет. Это вот, вот отверстие, видите, какое? Сюда можно вставить подушку. Вот такой материал. Это не лен, чтобы никто не подумал. Это типа такого холщового мешочка. Синтетики много здесь. Но выглядят они замечательно. Они на камере, кстати, выглядят лучше, чем на его. Может быть, из-за того, что такой контраст красивый. В общем, вот такие, смотрите, себе взяла 2 подушечки. Для мальчика и для девочки. Супер. Заказывайте, рекомендую. Стоит, по-моему, по 220 рублей одна подушка. Приходит вот в такой упаковке. Перфорированный.